Задача сейчас вот прилететь трассу. Надо сделать всего один круг. На первый взгляд кажется легко, однако из-за того, что здесь достаточно много поворотов и углублений, это специальная программа, симулятор. Она нужна для того, чтобы набить руку. И так, чтобы и дрон не ломался, ведь нынешние цены на дроны, они достаточно дорогие. Ну, дронами мы начали заниматься где-то года два назад. Сложность была в том, что надо сначала привыкнуть к пульту, к дрону. То, что это все шумит, и главное вот и была бы большая проблема в том, что находить вот именно золотую середину. Так, чтобы дрон и не падал, но при этом летал. Наш проект направлен на обучение детей с особенностями здоровья, управлению беспилотным летательным аппаратом. Задача, кто первый, кто быстрее пройдет трассу, пойдет препятствие преодолеет. На первом этапе мы учимся управлять дроном как таковым. Здесь очень важно адаптироваться к пульту. Вот вы сейчас увидите, что даже вот, ну, не у всех с первого раза получается. То есть, чтобы дети занимались как можно всей нозологией. Можно, потому что на самом деле у нас сейчас единственное, только не могут тотальной слепотой и с параличом верхней конечности. Не потому что они не могут, потому что мы еще не придумали как. А все остальные нозологии – это легко. Здесь получается, что папа, мама вместе есть, появляются дополнительные темы, о чем разговаривать, появляется авторитет, не в плане того, ты сейчас, как знаете, во многих не сделаешь, не пойдешь, здесь появляются общие интересы и обсуждения в семье. И родители вовлекаются в это, они занимаются, и это очень сильно ободряет ребенка. Посмотри, мама, что я умею, чему я научился. Занятия проходят 3 раза в неделю. Не пропускать, потому что именно в этом виде, скажем так, спорта нельзя пропускать, потому что все потом возвращается к истоку, к началу.